О, блядь, полосы, я подожди, полосы. Уёбок! Хуйло! Хуйло! А, блядь, пошли. А, вот. Смотри. Короче, идем до ментов доебемся. Короче, хуйло, хуя. Сука, эти менты на меня смотрят, думаю, долбоебина. А я такая думаю, иди нахуй, пидорасина. Вы какого хуя, блядь, прыгаете там? Все сказал! Ща, мы тебя сожрем, нахуй! Сука, блядь, мы долбоёбы, блядь. Ладушки. Смотри, смотри. А, о, полоть и эстрада. Уходим. Давай здесь сюда. Как это? А что ты думаешь, что ты, блядь, нахуй? Доебёмся до ментов. Пиздец. Дай прикурить. Доебёмся до ментов. О, блядь. Я люблю ментов. Смотрите, мы доебёмся до Паши, ты его с полоти. Ну как Паша, криминал на полосе. Ушлепки! А, блядь, это менты. Как это? Нет, доебался. Паша, ты с полосе. Короче, смотрите, хотите я, блядь, на бус? Смотри, а ну-ка включи, я, короче, смотрите, я... На, возьми, я, короче, оденусь. Я пойду, короче, а, здесь... Да. Я оденусь! Не, она ебанутая, короче, ее сейчас заберут, это 100%. В этот раз не прокатит такой трюк. Что, утворил? Потяни меня, помогись! Иди нахуй, тебя сейчас заберу, дура. Не заберу. Помоги, короче, я не могу, что, блядь. Нет, я тебе не буду помогать, иди нахуй. Уёбки! Ну не надо, блядь, да, она заебала. Ебанашка. Ты серьезно, ты им отломала, короче? Идем нахуй отсюда. Ладно, давайте сюда. Ты им сломала, короче, эту хуйню, типа, бля. Пошли искать мои деньги, нашли, бля, нахуй ментовский бус, которым Дана просто, бля, пизда. Ее сейчас заберут, короче, его пиздец. Полностью эстрада. Короче, будет сейчас жопа. Да. Рот закрой! Дай мне сигу, пока тебя не забрали. Дай сигу быстро. Все, Паша, ты восползи. На участке? А, поехали? Поехали. Идем? Дай сигу. А подожди, дай прикурить. Да у тебя уже больше не будет возможности прикурить. Все забирают. Что у тебя? Даны, пизда. Что у тебя? А что у тебя, проблемы какие-то? А какие проблемы? Иди, гуляй. Уходим! Качка, блин! Да. Дай телефон! Это мой телефон! Атя! Дай мне мой телефон! Давай, надо. Это мой телефон. Ребятушки, меня, короче, менты забрали. Пидорасы, меня менты забрали, блядь! Сука, это вообще нормальная хуйня. Петух ебаный, блядь. Господи, ему бы, блядь, только, блядь, ебало бить. Блядь, меня забрали менты. Нормально? Он мне, короче, вынес то, что я сидела на машине. Я думаю, господи, я говорю, ты, блядь, с какого района? Он говорит, вынес мою смесью сам. Короче, ребятки, вот этот уёбок, вот он. Вот он. Вот этот уёбок, блядь. Сука, чтоб ты сдох, блядь. Нет, они, кстати, это не слышат, к сожалению. Мне, короче, блядь, мы долбоёбы. Уёбки! Уёбок! Короче, меня никто не слышал. Пиздец, это вообще, блядь, нормально? Я нормальная тёлка, короче, блядь, никого не трогала. А я им, кстати, сломала... Ты, блядь, рот свой, закрой, петух. О, знаешь что? Ходите прикол, он звонит кому-то, короче, говорит, эта дура, типа, мне сломала, блядь, дом мой, блядь, уёбок ебаный. А, я ему, кстати, нет, я реально сломала, короче, мусорскую машину. Вот, видите? Прикинь, я не говорю, что я долбоёб, блядь, ну ты лох.
Он, короче, звонит в полицию и говорит то, что вот она сломала, короче, ихний дворник. Пиздец, это нормальная хуйня? А он еще, блядь, он еще снимает, прикинь, это вот, смотрите. Это долбоёб, а он, короче, я в мусорской машине сломала дворники. Я, короче, расхуярила ихнюю машину, я залезла на ихнюю машину и, блядь, это нормально вообще? У меня такое ощущение, если они меня повезут, они меня будут вести очень жестоко. Пидорас, блядь, господи, боже мой. Чтобы они сдохли, блядь, уже где-нибудь. Нет, как бы, это 100% честное слово. Пиздец, я нахожусь в бусике, блядь, это вообще нормально, ребятушки. А ты ч... Сука, были бы у меня, была бы у меня хотя бы зажигалка, блядь, я бы прикурила бы здесь. У меня даже зажигалки нету, блядь, ну... Пидорасы, я вот, видели вот их выражение лица? Вот смотри, это ёбок, блядь, ну, ага, закрыл двери, блядь, они будут меня вести как суку. А этот пидорас по-любому, короче, если что, я ему набью, смотрите, я только меня выпустят с этой, с этого дома, я ему набью рожу. Ушлёпок! Уёбище! Он меня, короче, блядь... петух! Ну, ладно. Короче, походу, у меня проблемки. Подождите, у меня, походу, есть зажигалка. Есть зажигалка. Сейчас мы, короче, закурим. Это дело мы закурим, сука. Этот долбоёб сейчас нас отвезет, блядь, куда-нибудь. Пошел ты восполнит петух. Он специально это делает. Он еще включил свет. Короче. Пидорас. Эй, старый кот, у меня нормалы водисы. Блять, этот пидорас, видите, как он меня везет? Сука, по всем кочкам. Ну ладно. Пидорас, ты специально, блядь, уёбок? Они бегут сюда, сейчас мне пизда, все, до свидания. Короче, долбоёб. Петух. Короче, они специально меня возят, вот так вот они меня возят. Это вообще нормально, слушай? Сука, пидорасы ёбаные. Петух ебаный. Нет, это на самом деле это ненормальная хуйня. Пошел дыба с полоси эстрада. Короче, эс просто фильмы эс мудал бы, я опс. А я не могу снять, ну просто мало ли вы меня бить будете. Я просто боюсь. От вас? Мало ли? А, ну вот, поэтому я... А что, я не могу снимать? Я снимаю только себя. Вас я... Ни в коем случае, девушка, вы такая красивая. Короче, я снимаю только себя. Вот видите, вот. Только себя. Документы, информация. Лапи, а что делать, если мне похуй? Ну, как бы... СС мудал, боёбс. Петух ебал. Он мне, знаешь, как вез? Он просто такое ощущение, как будто он, блядь, дрова вез такой ощущение. Это не сладкий, подожди, как латышский. Мне еда достает, как мне ревет, такая, блядь, как это, дрова, как по***ки. Дрова, дровиссимо, когда везут. Девушка, простите, пожалуйста. Короче, меня задержали за то, что я просто, ну... Пошел ты бы с полоси эстрада. Петух, блядь. Он, короче, мало того, что он меня вез, как долбоебисимо. Ну, я же лох конченый. Хорошо, а что мне будет? Все, жопа, да?
Все, давайте, пардоны, да? До свидос. До свидос. Пидорасы. Меня задержали, знаете, за что? За то, что они без мигалок поставили машину, блядь. Я просто села на машину и сказала, до свидос. Девушка, подойдите, пожалуйста. Твой ногш. Ой, мы говорим, что скатывал спать у себя. Ай, там мило, сыви. Вы красивая женщина. Вы сами это знаете, правильно? А что скатывать? Мне на самом деле, за что меня задержали? За то, что я дебил? Ну что, ладно, хорошо, до 3 часов мне можно максимум здесь задержать. Я же, ну, не криминальное дело сделал. Я просто, человек пьяный, короче, выебнулся на ментов. Менты забрали, блядь. Они, знаешь, как меня везли, как собаку? Ну нет, на самом деле нет. Они, кстати, мякушки. Хорошо. А, нету документов. Да, но у меня ру. 18-03-95-115-68. Все. И хорошо, вот вы посмотрите дальше, что. Что вы будете со мной делать? Далее. А? Далее? Имя. Дана. 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 У вас глаза красивые. Они у вас светлые, знаете, голубые, такие голубо-серые, такие красные. Вот. Кстати, редко стало. У меня... Что пошло? Фамилия. А, Умьярова. 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 А можно покурить? Нет. А почему нет? Я курить хочу, пиздец, господи. Мы все сдохнем. Короче, ребятушки, нас забрала Паша Дайбосхолоси, потому что я залезла на машину, блядь, пиздец. Я, короче, проебала тёлку. У меня еще девчонка со мной была. Она, кстати, где-то вот потерялась немножечко. И пока они меня везли, я, короче, была в шоке. Ну, они меня везли, везли. Как они меня везли? Так, такое ощущение, вот они дрова везут. Ну, как бы. This is not normal. Долго мне еще здесь надо будет быть? Девушка. Найсина. Хорошо, я покурить хочу. А что делать? Ну, блять, я не могу нолы к телефону. Я же шпион. Это мой шпион. Слыкти? Капец. О, пошел до вас полотенок. А, не. Пизданулся, блядь. Нормальная прямая трансляция дамка. Сидит вообще, блядь. Просто топчик. Хорошо, долго сидеть? Нолы, это телефон. Нет. Хорошо, что вы мне сделаете? Можете меня посадить куда-нибудь? Но я хочу идти домой. Можно идти домой? Почему нет? Что я сделала такого плохого? Я ничего не сделала. Ничего не сделала. Это на кона из дары. Тапецка полоси, я сьюсу пашл, дыба с полоси, с дарбинеки, грибы лейса, продашит. Блять, мне мачеха звонит. Мне мачеха звонит. Вот понимаете, это жопа Новый год. Все, мы все сдохнем, блядь, скоро. Короче, Паша в дыба с полосы меня забрал. Знаете, за что? Не, знаете, за что они меня забрали? За то, что, блядь, я пьяный человек, короче, курила в подъезде. Они у них в машине. Зато. Положите здесь. Нет. Я снимаю прямую трансляцию. У нас девочка охуенно. Тут все вообще прямо трансляция с ним. Так, Лешка, даже еху есть. Я пытаюсь потише говорить. Нет, нам, кстати, очень весело. Ну, как бы. А нас, короче, цыгане повязали. О! Блин, хотела факт показать. Блин, а показала этот. Да, ну, я там телефон. Если честно, я просто прикалываюсь. У меня нету трансляции. Шейк на пол, приколайтесь. Давай, глядь, телефон. У нас, как ты это? Паркур. За что меня вообще задержали? Глядь, телефон у нас. Варайся, когда везде сара, варайся, приколайтесь, так.
Котик, я же ничего не сделала. Давай, слай, Зара, он молодец. Она красивая, у нее даже глаза голубые. Нет, у нее глаза голубо-синие. Голубо-синие, голубо-синие. Или как это говорится вообще? Короче. Все, жопу, все, пошли. Ой. А можно я пойду уже? Нет, нельзя. Почему? Потому. Почему? За что меня вообще задержали? Нихуя ты топаешь. Хорошо, я могу идти домой? Да. Почему? За что я задержана? Мякушка, за что я задержана? Короче, я задержана. Пиздец, за что хуй его знает. А, я вспомнила то, что, блядь, мы долбоёбы все. Легче вам на душе, да? Крутой чувак, да? Где это зал стоит? Кинена. Ой. Котик, я тебя уже обожаю. А ты знал, что я девочек люблю? Да. Ты же за ним следи, можешь за ним следили. Все на видео есть. Как вы за ним шли, как оглядывались, ты ударил, кошелек забрал, телефон забрал. Что творится? Ну легче, ну что поеду на тюрьму, что теперь с этого. Не первый раз. 20 лет уже за тюрьму. Мы все сдохнем. Бля, чтобы мозг он до утра ее закрыть. Нет ничего хуже пьяной бабы, это пиздец. Короче, знаете, за что меня задержали? Короче, меня задержали за то, что, короче, я залезла на мусорскую машину. Как бы, я никуда не лезла, я никого не трогала, мне вообще похуй, ну. А, все, о, полусестра, да. Полусестра, да? Я думала, он меня хочет отпиздить. Дядька, ты такой, ты так подходил, мне аж, блядь, страшно стало. Он такой классный. Эй, а что ты там печатаешь? Печатную машину? Короче, у нас печатная машина. Все, я хочу курить, блядь, я хочу есть, я хочу, блядь, я не знаю, что хочу. Сука, пидорасы, они меня задержали, потому что я просто залезла на машину, господи. Я залезла на машину, они меня сняли с машины, блядь, и потом сложили в бусик. За что? Я ничего не сделала, я никого даже не трогала. О, пошел ты поспал, цинак. Дал бы, ёпс, вот. А, я ж тебя помню, это ж ты меня снимал, да, с машины? О, полоть эстрада. Мы будем делать бабки, мы с тебя снимем деньги. Меня просто игнорируют все. Все игнорируют. Ой. Короче, у нас тут, короче, какой-то дядька идет. А, еще тёлка, блядь. Съемка запрещена. А? Иди ты нахуй, съемка запрещена. Ты все сказал? Ну, потом страхом будет. Блядь, хуйню неси. Нахуй ты хуйню несешь, блядь. Мне похуй. И что? А что я делаю? Я разговариваю по телефону, тебе что? В жопу иди. Нахуй ты хуйню несешь, блядь. Ну, ты нормальный вообще? Я разговариваю с моей мамой. Вот, с мамой разговариваю. Я разговариваю с своей мамой. Я говорю то, что меня полиция задержала за то, что мама, блядь, ну. Все-таки все сказал? Я не айстер это. Меня нету. Даже знаешь, что прикол? Почему? До 4 часов меня максимум может задержать. Я ничего не сделала. Блядь, иди нахуй. А, хулиганка, да. А, да. Хорошо, я тебя послала нахуй. И что мне сейчас делать?
А, все, а, вот, а камера записала, что я тебя нахуй послала. Ну. Всем похуй на тебя. Ой, какая красивая девочка. Тебе фартануло, что у тебя хотя бы тёлка красивая рядом. Ему хотя бы фартануло, блядь. Уёбок, блядь. Ну, это нормально вообще, блядь? Я вообще не понимаю. Хорошо, я могу идти домой? Да. Капец? За что? А, хулиган из Каздарги. Ебанулся, блядь. Покурить можно? Короче. Ах-ах-ах, винятива у спама это мусора. Короче, ребята, мы все в шоке, блядь, ну, пиздец. Просто не за хуй собачий, подумаешь, просто залезла на машину. Пиздец, ладно бы, если я что-то сломала бы кого-нибудь, блядь, еще, ну, блядь, такую хуйню, блядь, делать, ну, как бы. Самим смешно, блядь, ну, за эту хуйню. Какое дно? Дно – это ты. Самира, не звони мне, пожалуйста. Блять, мне тут подруги звонят, блять. Петух, короче. Он вообще как петух ходит, блять, ну. Они тебя разве не отвезут? Звони, оттопыримся, да? Да. Микки Маус, блять. Короче. А как двери открыть? Как? Ну как? А дверь ставить? Ручки. У нас тут, короче, проблемки. Петух питарасин на плите. Много сада. А то проблем? А то если валя вырос? Уебище. Этот петух. Эу. Та свидули. Что-то с... Нет, этот симпотный. А второй, короче, этот уебок, блядь. Блядь, он спрятался. А, все, да? А, ладно. Типа, хуй соси, губой тряси. Меня только сейчас, блядь, отпустили. И то, блядь, я не могу даже выйти, блядь, пиздец. Мне даже мусарня. Я не могу двери открыть. Не могу. Они не открываются. Савин, welcome. Dude. Нет, я не могу двери открыть. Савин, я был. Они не открываются. Помоги. Да они реально не открываются. Ну подойди сюда, вот смотри, иди сюда. Смотри, я их и на себя, блядь, и вот это... Видишь? А, блядь, точно открывается, блядь. Ладно. Короче. О, менты. Ба. Инта, погоди, блядь, лузо. Если я, короче, еще раз залезу на мусорской бус, короче, я села на мусорской бус, я поехала в полицию. Думаю, ебанусь, туфликнусь. А, подождите, мне тут полиция звонит. А, подождите. Блять, я не за. Я не могу это достичь. Мне вот реально хочется просто взять и выебать эту машину. Эу! Девушка, у вас есть зажигалка? Нету? Блять, ну это. Вот смотрите. Ну, это невозможно, блять. Ну сразу, когда видите ментовскую машину, сразу хочется, блядь, какую-то хуйню намутить. Короче. Бля, 25-й автобус едет. Короче, нам всем пизда. Сколько времени вообще? Как я вообще вышел? Вообще с какого? А, 6%. У меня 6% и 10:30. Пиздец, мы все сдохнем, блядь. Нормально у меня девчонка, короче, вообще уехала, блядь, куда-то, блядь. Меня одержали 3 или 4 часа, блядь, в мусарне только потому, что я на мусорскую машину залезла. Пиздец, блядь. Ну, как будто это что-то новенькое. Ну, короче. Погоди. Подождите секундочку. Подожди. Артур Оганин. Блядь, дайте мне, пожалуйста. Эй, ребята, есть зажигалка?
Сейчас, подождите, зажигалку спросим. Ребята, есть зажигалка? Есть зажигалка? Да вы заебали. Где? У вас есть зажигалка, мужчина? Нет. Нет, ладушки. Застеснялись. Есть зажигалка? Зажигалка есть? Есть. Дай мне зажигалку, быстренько. Спасибо большое. Не если бы не ты, то я бы уже бы сдохла бы от некурения. Я бы сдохла бы от некурения. Все, приятного вам вечера. Сука. Да, да, да. Пиздец. Короче, я проебала девочку. Господи, как мы вообще живем? Эй, Алекса, есть... Не надо, пожалуйста, Виктор, Синта, не звоните мне, пожалуйста, я не возьму трубку. Я приеду завтра к вам, блядь, пожалуйста. Ребята, короче, мне все... Я такая звонит, а я думаю, блядь, ну нахуй мне эти проблемки. Пожалуйста, не звоните мне, пожалуйста. Я не буду брать трубку вам никому. Меня только что вообще менты, блядь, отпустили. Это вообще нормально, блядь, Данка, блядь, в мусарне, блядь, за что? О! А, давайте мы Феникс ебанем. Блядь, дайте выебаться. Здравствуйте. А? Я не захожу с сигаретой. Котик, я же тебя жду. Пошли такой. Хочешь, мне прямая трансляция? Здесь нельзя. Как это? Потому что. Как это? Блядь, кроссовок. А, подождите, сейчас я доебусь. Подождите, подождите, подождите. Блядь, сука, кроссовок. Блин, я кроссовок потеряла. Короче, мы все сдохнем. О, я вижу издалека людей. Короче, ребятки, бля, пиздец, вам реально интересно смотреть эту хуйню? Господи, если бы вы знали, короче, меня, нас вязали как гадов, блядь, короче. Я, если честно, не помню, когда я последний раз была в мусарне, но меня задержали, знаете, за что? За то, что я просто наступила, блядь, на мусорскую машину, просто залезла, блядь, и прыгала на машине, блядь, или что? Я пыталась хотя бы это сделать, но и получилось, короче, какой-то, блядь, не топчик, о, блядь. О, люди, 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 люди. Я нашла жертву, жертву, жертву насилия. Лишь бы не наркоманы, блядь, знаете, уже наркоманы уже заебали. Кефир, это ты? Блядь, пиздец, Кефир, это ты? Борис Анатольевич. Борис Анатольевич. Блядь, я такая думаю, что за пацаны там? Дай сигарету, пожалуйста. В смысле, дай тебе? Пожалуйста, я сказал. А по лицу тебе не дать? Блядь, можно. По лицу я тоже могу дать. На, сигарету кури. Может, легче ты... Ничего, а ты что? Тоже ничего. Нормально, короче? Я думала, блядь, а это все знакомые. А, может быть, на. Отзыв. Я хочу прищать. Я, блядь, ноги, блядь. Сигарета, блядь. Смотрите, Жамба, блядь, у него проблемки какие-то. Это прямая трансляция? Да. Наливаек, да. У нас алкаши, короче, только вот в теме. В теме, блядь. А ты чё? Ничего. А, ну ничего? А, ну ладушки. А ты чё? А ты ничего? А я ничего. Мякушка, мякушка, да? Меня зовут Денис. А мне Дана зовут. Очень приятно. Приятно звонить. Мне кажется, что мы уже давно-давно уже виделись, уже 150 миллионов тысяч раз. Дай денег, блядь, зажигалку, блядь. Господи, что тебе еще дать? Тебе по лицу не дать? Я сейчас твоей жене, блядь, позвоню и скажу, блядь, надо. То, что вот эта мякушка в мякушку, не блядь. Не надо, блядь, звонить моей жене. Как это не надо? Не жена, надо. Мы сейчас позвоним, и она тебя, блядь, выебет нахуй здесь. Не надо. Не надо. Как это? Ой. Блядь, на самом деле я сама в шоке, блядь. Я только что мне менты отпустили, только-только сейчас. А что ты? Меня забрали менты, знаешь, за что? За то, что я, блядь, наступила на ихнюю машину, блядь, пиздец. Это вот сейчас только тебя забрали? Да, и они меня отдержали, блядь, 3 часа или 4, так это когда, блядь, было, блядь? Сегодня. А ты сегодня опять на машину залазила? Да, сегодня опять. Я залезла на мусорскую машину, и мне, короче, отымели, блядь, пидорасы, сука. Я говорю, все, я говорю, господи, за что вы меня задерживаете? Она говорит, трубку дуй. Я говорю, хуй соси, губой тряси. А он такой, я не сосу и губой не тряси. Я говорю, ты иди нахуй. Ну, короче, блядь. Крути вечером, а?
весело, охуенно, блядь, ну. Короче, что у тебя? Пиздец, я пьяная в говно, блядь. Меня отъемели менты, блядь, ну, как Петр Первый, блядь. А еще мне, прикиньте, Феникс не пустили. Сейчас? Да. Потому что я сказала, то, что, ну, я тебе сейчас, а? Есть там народ, Феникс. Я откуда знаю, что, блядь, охуеть, по аппаратам, блядь, гуляю? Ха-ха-ха, типа. Так, блядь, кто-то что-то пишет. Пидапси отменил нахуй. А мы у себя раньше зайти. Нихуя не понял, блядь. Мякушка, покажи кефира, я знаю одного, может он. А, вот. Кефир. Блять, все, телефон садится, ребятушки, все. Ты что, высморкался? Короче, ребятушки, у меня телефон садится. Если что, короче, давайте на связи, да? Да? Да, вот тоже еще один рыжий. Вот. Два рыжих, блядь. Два рыжих, блядь. Все, давайте идемте. У тебя есть бабки? Да нету денег. Как это нету? А как ты вообще ходишь, блядь? Если бы были бабки, я бы здесь ходил бы. Ну, если у тебя были бабки.